Инвестиции на 75 миллионов долларов в инвестиционном раунде серии B привлекла французская компания по производству аппаратных кошельков Ledger. Во время серии A было собрано более 8 миллионов долларов. Собранные средства запланированы на строительство нового завода в Китае. Таким образом, компания надеется удовлетворить растущий спрос на криптохранилища. Самые крупные вложения сделал фонд Draper Esprit известного блокчейн-энтузиаста Тима Дрейпера. Биткоин-миллиардер говорит: «Кошельки Ledger обеспечивают безопасное хранение криптовалюты, которое мой банк мне не предложит». Как известно, аппаратный кошелек представляет собой разновидность хранилища в виде флешки для обеспечения безопасности криптовалютных активов.